Кстати, Филипп, ты мне должен 13 526 030 лонгов. Когда ты вернешь мне долг? Когда корабли выйдут в море. Закрывайте ваше Монте-Карло. Мэр едет. Как раз вовремя. Еще минуты, я проиграл бы Фоме все свое, фигурально говоря, состояние. Давайте, давайте. Пошли. Новейшие телеграммы, сэр. От фирмы. Фирмы насчет... Фруктов. Фруктов. О, Дева Мария. Да. Ну, сэр, одну минутку. Да. Но, сэр, если бы корабли принадлежали мне, но они принадлежат Георгу Стану. Где он? Ну, как вам известно, нам это неизвестно. Не могу же я нарушать священное право частной собственности. Одну минуту. Разрешите? Я занят, я работаю. А мы нет. О, мои дорогие друзья, это ужасно. Но сейчас, с каждым днем, все становится лучше. Давно ли за этими окнами пели не птицы, а пули? В эти страшные дни для меня погибло самое дорогое. Да, сгорела ваша фабрика трикотажных изделий. Нет, это меня не беспокоит. Ну, конечно, фабрика была застрахована. Да, но не застрахована была моя свобода. Я целый год просидел в тюрьме. Не застрахована была жизнь моего лучшего друга по либеральной партии, Эльдорадо Сан-Клю, который погиб от руки неизвестного предателя. Кроме неизвестных, фигурально говоря, имеются известные предатели. Кого вы имеете в виду? Георга Стан, этот господин помогал врагам. О, святая дева! Я переворошил весь город. Георг Стану исчез. Исчез бесследно. Полиция нигде не могла найти его. Чего не может полиция, могут моряки. Короче, улица Святой Маврикий, 13. Святой Маврикий, 13? Но ведь это дом безутешной вдовы Эльдорадо Сан-Клю. Это невероятно. Вероятно, потому что это невероятно, его до сих пор не нашли. Благодарю вас. Благодарю вас, дорогие сограждане. Вы спасли наш порт. Забейте порт, наш город. Скорее коляску. Можешь быть уверен, Янга, что Георг Стан. О! Почем? 100 лонгов. 10. Пожалуйста. Этого кита я и даром не возьму. 95. 15 и не лонга больше. 90 и не лонга меньше. Пипета, я не хочу. Пипета, есть хочу. Да цыц вы. Когда мы наконец наедимся досу? Когда? Когда корабли выйдут в море? 30 и не лонга больше. 35. Давай. Пипита. Этот кит 15 лонгов. У меня только 10. Ладно, я сегодня добрый. Давай 10. А на остальные пляши. Черт, будь ужила детишек, растила дома матушка моя. Ровно 6 девчонок,
на 6 мальчишек и один чертенок, это я. Помню, я слышала с пеленок, говорила вся моя родня. Это ж не ребенок, это дьяволенок, про чертенка стоит про меня. Да, я всегда была, теперь ты все была, теперь ты все была. А дьявол не любит нас, лишь и пипиться, но не спит, стыдно спать. Да, я всегда была, теперь ты все была, теперь ты все была. Я с дьяволом всегда была, а дьяволом, а дьяволом на все. Не твое дело. А вот рыба. Купите рыбу. Сколько? Цена известная. 10 лонгов. Ха! Что, слишком дорого? Нет, слишком дешево. Сколько вы за нее заплатили? А? 35 лонгов. Можно в долг? Ну ладно, ладно. Вот вам 10 лонгов. А остальные получите когда? Да когда-нибудь! Когда корабли выйдут в море! О, когда корабли выйдут в море, вы получите не только 25 лонгов, но и добрую дюжину поцелуев. Ты что, слепой, не видишь? Да ну ладно. Чего вы? Безделья! От безделия отбил у меня девчонку. Ты, парень, хороший. Наверное, лучше, ну, чего. И она не может тебя оценить по достоинству. Тогда она, фигурально говоря, дура. Ну, конечно, дура. А раз так, стоите любить дуру. Так ведь обидно же. Если девушка тебя бросает. Мы же моряки. Не так ли, парень? Пошли. Амброзио, наконец-то вы собрались посетить неутешную вдову. Дела, Ларидина, дела. Я и сейчас приехал не к вам. Вот это мило. Но к кому же? Георгу Стан. Что? Вы смеете думать, что я пущу на порог какого-то предателя? Спасителя! Спасителя! Георг Стан делал вид только, что он работает с врагами. А на самом деле он спасал свои корабли. Свои корабли! Спасал он. Это истинно поступок патриота. Патриота! Ну а почему же тогда его разыскивает полиция? Без Георга Стану не выйдут корабли в море. Не выйдут корабли в море, не оживет наш город. О, Дева Мария, где и как мы найдем нашего спасителя? Дорогой господин Суш. О, господин Стан, рука народа направила меня к вам. Не будем терять времени. Я к вашим услугам. Я жду вас в коляске. Нам? О, до свидания. До свидания.
Я вижу, что костюм моего дорогого Эльди вам впору. Рукава короткие. Но я надеюсь, что не коротка ваша память. Не забудьте, что в моих руках, и если мое будущее не будет обеспечено... Регина, спокойно. О, дядя Георг, я не купил рыбы. То есть, конечно, я ее купил, но потерял. А черт ту рыбу! Сегодня мы переезжаем в мой особняк. Мои корабли выходят в море. Дядя Георг! Как вам нравится ваше будущее? Это? Племянник и единственный наследник Георга Стана. Ну что ж, если его помыть, постричь, спрыснуть духами... Я пришел за долгом. Но у меня еще нет денег. К черту деньги! Корабли выходят в море! Вы обещали мне дюжину поцелуев. Да, сейчас, деньги, быстро! 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 Так, 6, 7, 9, 10, 12. Вы не суеверны? Нет. Тогда 13 от меня. Корабли выходят в море! Корабли выходят в море! Побелела. Уходи. Пожалуйста, могу уйти. Ну, уходи. Ухожу, ухожу. За мной. Откуда ты взялся? Я тебя совсем не знаю. А что знать, обыкновенный моряк? Что в этом хорошего? Моряк вечно плавание. Хороши встречи. Хороши, да краски. На земле моряка всегда тянет море. А в море? В море тянет к любимой. А зачем любимая, если в каждом порту девчонки? А зачем мне девчонки, когда на свете есть ты? Верь мне, где бы я ни был, под какими бы широтами ни плавал. Говори. Если ты опять свалишься в яму, я вернусь, чтобы тебя вытащить. Смеешься. Нет, Стелла, я люблю тебя. Я всегда и повсюду с тобой, лишь с тобой. Стелла повторяет за мною кривой голубой. Стелла, путь далеких, далеких морях, как моя. Всегда и повсюду.
наша будет всегда. Разрешите проводить? Чтобы у меня не украли ваш уголь. Пожалуй. Весь мир перестал воевать. Весь мир, кроме вас. Не пора ли нам начать мирные переговоры? Здесь дороги расходятся. Господин Стан. Элла! Погодите, Стелла! Простите ее, господин Стан, ей так трудно, без отца, без работы. Я понимаю, госпожа Марис, война. Сядем, поговорим. Ой, что, господин Стан, это же камень. Я человек простой, люблю, чтобы все было запросто. Думаю, что и вы так же. Ох, господин Стан, ой, извините, господин Стан. Да, рука у вас нелегкая. Ой, что это, ломают дома на нашей улице? Да, я решил здесь построить склады. А как же наш дом? Лачуга! Вы видите, вон тот особняк с мраморными колоннами. Ну, ваш особняк. Давайте руку, он ваш. Мой.
вашей, Стеллы. Господин Стан. Я прошу у вас руки, Стеллы. Ой, господин Стан. Ну, значит, договорились. Ох, и потанцуем же мы с вами на свадьбе, госпожа Марис, а? Так и должен выглядеть племянник Георга Стана, Микки Стан. Да я не Микки, я Мику. Забудь свое мужицкое прошлое. Оно сгорело вместе с вашим домишкой. Кстати, сожгли его за дело. Незачем было твоей покойной матери, царство ей небесное, прятать у себя бандитов вроде этого Стефана Мстителя. Ну, дядя! Не спорь, это он выдал Эльдорадо Сан-Клю. Ну, дядя! Ему еще повезло. Сейчас бы его непременно повесили бы, если бы он тогда не погиб в горах. Но, дядя, он не... Ты его видел? Оглох! Я спрашиваю, ты его видел? Да. То есть нет. Мне показалось. Показалось, дурак. Но ничего. Женишься, поумнеешь. Я? Господа? Я охотно бы сам женился на такой женщине. Согласен. Умница. Чтобы вы на ней женились, дурак. Регина, возьмите его в свои прекрасные руки. Микки? Я не Микки, я Мику. Говорит Стан, мне нужен комиссар полиции. Наш сегодня сверкает красиво. Красиво сверкает, красиво, как море. Как море в сиянии луны. Пусть пенится в кружках веселое пиво. Пусть пенится дивное пиво. Как пенится гребень волны. Пусть будут бокалы полны. Пусть будут бокалы полны. Такого не бывало случая, когда уходят с корабли, чтоб все, что на руки получено, матросы мне не принесли. Лишь облегчивший свой карман, моряк уходит в океан, когда он сыт и пьян. Эй, друзья, зажжем седьмое небо, свет под труп, бутылки и еда. Но у нас ни радуги, ни неба, не был бы несчастлив никогда. Пожалуйста. Принесите мне что-нибудь. Хорошо. Ой.
я не в бар, я к вам. А кто вы, собственно, такой? Я Микул. Микул? Этот шутка роковый Микул. Не похоже. Ну, не говорите, Пипита, но это все дядя. Он велел мне стать джентльменом. Чего это? Джентльменом. И зовут меня теперь не Микул, а Микки. Микки, так это же не человеческое имя, это собачья кличка. Микки, Микки, Иси, Микки. О, Боже, Микки. Мишечки, Пипита, с тех пор, как я увидел вас, я никого не вижу, кроме вас. О! Что, вы мне не верите? Нет, у меня нет никакого доверия к таким вот белоручкам. Ну, я вовсе не белоручка. Дайте мне воз навоза, и я... Если бы вы знали, как хорошо жилось мне в деревне. Ну, так возвращайтесь. Некуда и некому. Мать умерла, дом сожгли. Вот дядя Георг и приютил меня. Значит, у вас все в порядке? Жить можно, если мне невеста. У вас есть невеста? Еще какая. Вдова самого Эльдорадо Сан-Клу. Где же вы ее нашли? Ее нашел дядя Георг. Так пусть она на ней и женится. И вообще, хватит разговоров. Наш кабачок для порядочных матросов, а не для джентльменов. А хотите, я пойду в матросы? Вы? Да. А вы когда-нибудь пили тройной ямайский ром? Нет, а что это? Из тысячи матросов его пьют 10, из 10 выживает один. А каенский перец вы когда-нибудь ели? Нет. О! А вы умеете лазить по вантам, реям и тептилям? Нет. А вы умеете на зло всем чертям никогда не плакать и быть всегда веселым? Нет, не умею. А я умею. Ну, вот 12 чертенят на моей шее, и я не плачу. Вот вы женитесь на какой-то там вдове, а я все равно ни за что, ни почем не плачу. Пипита, пожалуйста, не плачьте. Ну, Пипита. Ну, Пипита. Я вас люблю, вы жизнь моя и счастье. Ах, это вам легко сказать. Для вас готов я сердце рвать на части. А это нужно доказать. Хотите вечно верным быть, вам дам обет? Нет, нет. Хотите, ради вас я обойду весь свет? Нет, нет. Хотите, я умчу вас выше всех планет? Нет, 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 нет. Мне нужно доказательство и мое. За ним ходить не надо далеко. Хорошо, над землей, на веденье встречаться с мечтой, и вслед за ней лететь хотя бы до рая, ни верст, ни гнева, смерти чувств не считая. Хорошо, у плиты суп варить для прекрасной мечты, мыть полы, товар рубить, пыль сметать и печь топить. Вот что ж значит мечту любить. Ой, простите, пожалуйста, Мику. 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 Послушайте, голубчик, вы не знаете Стана младшего? Как самого себя? Ой. Микки! Я целый час, как дура, сижу в машине. Я освежался. Ах, освежался? Ну, вы же обещали принести мне что-нибудь освежающее. Бар закрыт. Освежающее? Одну минуточку, мадам. Прошу вас. Можно было бы что-нибудь и покрепче. Микки, довольно торчать в этом кабаке. В обществе какой-то портовой. Простите, мадам. Еще одно слово, и вам придется потратить целый день на восстановление вашей прически. Микки. Микул.
джентльмен. Чтоб ему налететь на телеграфный столб. А чего ты плачешь? Ведь он же еще не налетел. Потому и плачу. Микки, вы можете меня обнять? Все, я разрешаю. Дно продырявлено, покрышка лопнула. Что с машиной? Ни дна, ни покрышки. Куда же вы? За дном и покрышкой. Есть у нас один моряк, он скитался в тех морях, где не плавал ни голубь, ни перец. Шел он в Арктике на дно и тонул на юге, но выходил всегда сухим на берег. Он проплавал много лет, видел старый новый свет, не боялся штормов он и шквала. Что ему девятый вал, что ему десятый вал, он и бурю набивал, бывало. Дили-дили-дили-дили-дили, дили-дили-дили-дили-дон. Мы летели пинами, не плыли, пардон. Дили-дили-дили-дили-дили, дили-дили-дили-дили-бам. Мы лишь торпотели, не ходили, диам. Вот что должен знать вопрос, мой наркина, что вы что? Кто не знает, кто не понимает, амба! Здравствуйте. Здорово, ребята! Ну и апельсины тяжелые, как бомбы. А мои, фигурально выражаясь, бомбы легки, как апельсины. Хорошие апельсины не бывают легкими. А ну-ка, брось ящик. Чего? Брось, брось. Этот тоже? Нет. Зачем же? Разорять фирму не нужно. Ну что же вы стоите, ребята? Берите апельсины. Берите, не стесняйтесь. Плачу я. Брось. Напрасно отказываетесь, ребята. Ей-богу. Худой мир лучше доброй ссоры. А зачем же худой? Мы за добрый мир. Как зовут этого парня? Янгов. Стой! Бандиты опять ищут. Фашисты давали за его голову столько же. Только в другой валюте. Плюнь, пошли. Куда? Туда, где у берегов пивных озер и виноградных рек моряки дальних плаваний тренируются в морской качке. Короче, в кабак. Филипп, как всегда, выражается фигурально. До кабака ли сейчас? А сам черт не решит нас весельем. Пойдем. Полный вперед! Весел был всегда моряк, и на суше, и в морях, день и ночь, в любое время суток. Потому что был он смел, и грустить он не умел, и не мог он дня прожить без шуток. Нам ведь вместе по пути, до седьмого дна идти, на седьмое небо забираться. Заглушим мы даже гром, если хором запоем нашу песенку родную, братцы. Ваша кружка, дядя Антонио. Спасибо, дочка. Будем здоровы. Ваша кружка, дядя Питер. Четвертую. Четвертую для того, кто не уйдет с нами в море, для Яна Мариса, отца Стеллы, погибшего в горах. Пипита, кружку для Яна Мариса. Кружка для Яна Мариса. Пипита, Пипита, еще кружку. Для кого? Никто из нас не встречался с ним.
Не знаю, матрос он или нет, одно знаю. То, что написано здесь, враги. Враги! Где бы он ни был, на том свете или на этом, кружку для Стефана Мстителя. Кружку для Стефана Мстителя. Кружку для Стефана Мстителя. Стефана нет, а Георг там на свободе. А был ли Стефан? Никто из нас не видел его. А ты видела когда-нибудь ветер? Гнутся вековые деревья, волны вздымаются в море. И мы говорим ветер. Мы видели Стефана, когда земля горела под ногами врагов, когда в воздух летали вражеские поезда, когда слышали песню о вольном ветре. Я песню знал в родном краю, и эту песню вам спою. Ее в боях сложил народ. Какая песня, не умрет. Нет, мама, никогда. Край счастливый, мирный и свободный, враг не волю и смерть не ждет. Нет печальней скорби всенародной, ничего нет страшней, чем гнет. Чужий-то шаг слышен в горах, сердце врага злоба и страх. Эй, 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 это крич отважных, о, идет. Что поет вольный народ? Песню на вольном ветре. Друг мой, пусть как вольный ветер, ветру не стремятся звенья. Стан хочет, чтобы я стала его женой. Мало ли что хочет Стан! Пойди поборись с ним. Георг Стан все может. Неправда! Даже всемогущий Стан не может жениться на замужней. Но Стелла еще не замужем. А кто ей мешает выйти замуж? Здесь же вот, сейчас! Правильно! Правильно, Петита! За твое здоровье, ты! Стой! Это кружка Стефана! Замуж? А за кого? Ну что ж ты молчишь? Янга! Или, может быть, у тебя тоже есть другая невеста? Погоди, Пипита. Женитьба дальняя дорога.
А перед дорогой надо сесть и подумать. Ха! Думайте! А мы все равно будем готовить свадьбу! Ну, представь, мы поженились. Представила. Что хорошего? Моряк вечно в плавании. Хороши встречи, ты же сам говорил. Когда моряк на суше, его опять тянет в море. Ты сама так говорила. Хватит, матрос. Я все поняла. Кружил бедной девушке голову в море. Скажи прямо, ты не хочешь на мне жениться? Да, не хочу. Я не хочу, чтобы ты была несчастной. Не смей! Это кружка Стефана! Янго. Янго. Удивительно. С детства мечтала выйти за богача. Жить во дворце с колоннами. И вот здорово. Выхожу замуж за человека, одна голова которого стоит 10 тысяч лонгов. А в кармане ветер. Это ужасно. Стефан. Я вижу, жених готов потонуть. Типун тебе на язык. Я выражаюсь фигурально. Потонуть в море блаженства. Кстати, о блаженстве. Что скажет Клементина? Пришли поздравить? Ага. Рано еще. Вот переедем в особняк с мраморными колоннами. Не переедете. Что? Не допустим. Дочь Яна Мариса нашла жениха получше. Какого-нибудь бродягу, вроде вас. Янга не бродяга. Молодые ждут твоего благословения. Выражаясь фигурально, на седьмом небе. Плохо вы знаете Клементину Марис. Да я из вашего неба живо сделаю преисподнюю. А, идем ко дну. Черту фигуральные выражения. Обходи ее с кормы, режь ей нос. Клементина! Клементина! Наш дом сносит. И твой тоже. Мне все равно. Ей все равно. Режь ей нос. Ну, погоди. Стой! Еще один шаг, и ты совершишь ужасную ошибку. Разве ты не знаешь, какой страшный случай произошел в семействе Монтеки и Капулетти? Неправда, у нас в порту такого семейства нет. А это случилось не у нас в порту. Прекрасная молодая девушка по имени Джульетта полюбила превосходного молодого человека. Забыл, как его звали. Но мать этой девушки была против брака. Джульетта не пережила разлуки и... Покончила с собой. Да, бросилась в море, разбилась о прибрежные скалы и умерла в страшных мучениях. Жестокая мать. Прочь с дороги, бродячий. Клементина! 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 Зачем ездить далеко, когда у нас в порту одна прекрасная девушка? Не заговаривай мне зубы! Ну, будет благословение хорошо, не будет, обойдемся без него. Вы слышите, матрос? Так вот ты какой, совсем как мой Ян в молодости. Так не будет вам моего благословения. Клементина! Не вмешивайтесь в чужие семейные скандалы, надо иметь свои. Не будет тебе моего благословения, если ты тащишь мою дочь под венец в таком виде. Но госпожа Марис,
девчонка, венчайся сама со шваброй в руке. Веди сюда. У Стеллы есть новенькое подвенечное платье. Три поколения в нем венчалось. Здорово, Мико. Значит, выскочил на ходу из машины и убежал. Деревня. Осторожно, плечо. Осторожно, локоть. Не беспокойтесь, Регина. Сегодня ночью я даю банкет по случаю выхода кораблей. Там я объявлю о вашей помолвке. Прелестно. Мне так не хочется соглашать предсмертное письмо моего незабвенного Эльди. Дорогая Регина, когда ты будешь... Не трудитесь, Георг. У меня таких копий много. Дорогая Регина... А где, черт вас дери, вы прячете оригинал? В еще более надежном месте. Дорогая Регина, когда ты будешь читать эти строки, меня уже не будет в живых. Знай, что меня предал Георг Станнер. Молчите! Этот негодяй и предатель. Только молчите или нет. Что вы, Георг? У вас сегодня ночью банкет. Прошу вас, дорогая племянница. Благодарю, дорогой дядя. Господин комиссар! Он убийца! Арестуйте его! Арестуйте его! Что вы делаете? Что поделаешь? Приказ стана! Приказ стана! Ломают дома. По вашему приказу. Люди на улице. Спокойно, Стелла. Идриса, Пис, расселите людей из разрушенных домов. Немедленно. Что еще? Вам ни в чем не будет отказа. Вы сможете сделать много добра, Стелла, когда станете моей женой. Никогда. Я выхожу замуж за Янга. Янго? Знаю. Лихой матрос. Правда, таких немало повесили, как бунтовщиков и предателей. Янго не предавал Эльдорадо Сан-Клю. Я так и думаю. Так вот, Стелла, или вы станете моей женой, или я сообщу полиции, где искать. Стефана Мстителя. Нет! Не торопитесь, я буду ждать вашего ответа через час. У комиссара полиции. А пока... Примите поздравления. Ведь так или иначе, вы выходите замуж. На нас дошли дурные вести, из капиталов наш жених. Но мы должны сказать невесте, что счастье вовсе не в них.
нет капиталов. Ну так что же, раз вы друг другу по душе, счастье оставить вас не может, рай будет смелым и в шалаше. Нет капиталов, ну так что же, раз вы друг другу по душе, счастье без денег быть не может, я не живу. Да.
Что ж вы приуныли? Ведь мы же моряки. Моряки. Доплывут все равно моряки, моряки, моряки. Моряки, моряки, пусть моря глубоки, моряки, пусть опорки, пусть опорки, моряки, моряки, моряки. Господин Стан убийца. Господин Стан. Господин комиссар. 20:58. Господин комиссар, прошу. Прошу. Господин комиссар, я должен сделать вам важное сообщение. Господин Стан, я тоже должен сделать. Господин комиссар, пришло время сообщить. Господина Стана спрашивает девушка. Вы позвольте? Проси! Дорогая. Господин комиссар, пришло время сообщить вам. Я женюсь. Моя невеста Стелла Марис. Разрешите поздравить. Благодарю. Я могу быть спокойна? Слово Георга Стана. Подождите меня в моей, в нашей машине. Теперь слушайте. Мне стало известно, что среди моих матросов под именем Янго скрывается Стефан Мститель. Вы снимаете тяжесть с моей души. Какой-то бандит смеет утверждать, что нашего друга Эльдорадо убили. Простите, вы? Кто этот негодяй? Он смеет называть себя вашим племянником. Я хочу его видеть. Оставьте нас. На кого ты поднял руку? Счастье твое, что ты мне нужен. Выбирай, тюрьма за клевету или женитьба на очаровательном существе. Ну! Женитьба на очаровательном существе. Ровно в 10 ты явишься к Регине. Вместе с ней приедешь на банкет, там я объявлю о помолвке. Ясно? Можете отпустить его, ведь он же... Как же я сразу не догадался, что он просто дурак. Янго! Матрос Янго, вы обвиняетесь в том, что под кличкой Стефана Мстителя преследовали государственных служащих. Фашистов! Не имеет значения. Молодцы! Не имеет значения. Убили Эльдорадо Сан-Клу. Ложь! Не имеет значения убедить его. Thank you.
спасение! Кажется, я вышел сухим из воды. Кто мог выдать? Никто не знал, кроме нас. И Стеллы. Молчи. Стелла, дочь Яна Мариса. И невеста Георга Стана. Ну, хватит, пошли. Да, тебе надо уйти в горы подальше от корабля. Именно на корабль я и собираюсь. На корабль, с ума сошел. Апельсинчиков закатилось. Угадал, апельсинчиков. Зачем вы привели меня к этой кикиморе? Ноги моей больше у нее не будет. Будет. Можно? Наконец-то. Трусишка. Стоп, мадам! Меня в детстве учили, что трогать чужие вещи руками нельзя. Это моя вещь. Ошибаетесь, моя. Я говорю, моя. Нет, моя. Я не позволю, чтобы мой жених таскался по балам со всякой там посторонней вдовой. А что скажет наш дядя Георг? Наш дядя Георг лично приказал Микулу жениться на очаровательном существе. Провалиться мне на этом месте, если это не его подлинные слова. Так. Ты думаешь, что ты поймала племянника-миллионера? Ошибаешься, ты поймала племянника-каторжника. Неужели это правда, Питер? Что твой дядя каторжник, ясно? Нет, что я ваш жених. А это не ясно. Платье для госпожи Стан. Драгоценности для госпожи Стан. Госпожа Санглу доверяет манто только своей камеристке. Надеюсь, все в порядке? На рассвете корабли выходят. Фирма будет очень довольна. Лепи для госпожи Стан! Зачем вы пришли? За правдой. Уходите. Без правды нет. Уходите. Ты видишь, Тома? Вижу, Филипп. Кто был прав, Тома? Ты, Филипп. Вы сейчас же не уйдете, я закричу. Мы уйдем. Но твой позор останется с тобою. Я сама могу распоряжаться своей жизнью. Но не жизнью Стефана. Вы знаете. Теперь все знают. Кто-то выдал его. Ты слышишь, Филипп? Слышу, Фома. Кто был прав, Филипп? Ты, Фома. Он арестован. Уведите меня отсюда. Но как? Раздевайся. Скорей. Браво, руля. Что вам угодно, матросы? От имени моряков пришли поздравить хозяина. Все матросы приказали передать вам наш привет. Если весел, если весел сам хозяин, и матросам грустных нет. Если вы хлебнули пиво,
то, конечно, пьяный он и я. В общем, мы живем счастливо, фигурально говоря. Говорят, что в нашем мире люди братья и по-братски жить должны. Кто из кружева шьет платье, кто из дырок шьет штаны. Кто пирует по неделям, кто не видит даже сухаря. Да, да, мы все по-братски делим, фигурально говоря. Это что за корабли видны вблизи там, чинно выстроившись в ряд? Нам друзья, да к нам друзья идут с визитом, это лет на 50. И страну пленивший мигом заберут у нас поля, моря. А в обмен дадут нам фигу, 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 фигу. Фигурально говоря. Молодцы, ребята. Выпейте за мое здоровье. Пить за здоровье стану. А мы выпьем за упокой. А это другое дело. Будет хоть чем заплатить за ночлег для Стеллы. А тебе обязательно нужен дворец в 120 комнат. Мне хоть ящик 2 метра, только поближе к Янго. Ящик? Это еще что? Подарок хозяина бедным матросам. Короче, апельсины приказано доставить на борт Девы Марии. Несите в трюм и убирайтесь. Где твоя невеста? Здесь. Прекрасно. Идем за моей. Стелла, пора. Гости ждут. Я готова. Что это? Ой, ой, какой у нас шумливый дядя. Прошу вас, дорогой Амброзий. Совершенно случайно, перебирая бумаги покойного, он знал, кто его предал. Дева Мария, но это же не Стефан. Да, это был Стан. Мы несчастные. Когда я смогу получить причитающееся мне вознаграждение? Вы получите вдвое. Регина, ради бога, тише. Успокойтесь. Мы примем меры. Знаем мы, какие меры принимают мэры. Комиссар! Что это? Ключ. Какой ключ? От дяди. Комиссар! Держите их! Держите их! Нет дари в окне, не сердишься мне, ты всех взор бесценнее. Как раскрыть глаза, если страшно за это сновидение. Эй, петухи поют опять, как тебе не стыдно спать? Просыпаться надо взять, на работу браться кей. Надо вместе наяву, нам кормить коров клеву и скосить всю траву. Здесь ведь мы вместе, сердце на месте, вдвое день веселее, вдвое звонче песни радости, вдвое больше с тобою, вдвое с тобою меньше бед. Если ты мой след, вражий наш след,
значит мы вместе, жить сумеем вместе, жить сумеем вместе, счастливым вместе. Я протестую. Не имеет значения. Ваше приказание выполнено. Георг стал задержан, но оказал сопротивление. И бежал. Как бежал? Когда бежал? Каким образом? Это уж ваше дело. Как бежал, когда, каким образом? Ну, действуйте, действуйте. Если дорожите своим местом. Двигайте, господин Стан. Вы что, хотите, чтобы я сломал себе шею? А вы хотите, чтобы шею сломал себе я? Спасайтесь. Какой черт, спасайтесь, ведь это же третий этаж. Все предусмотрено, взгляните. Капитан Девы Марии ждет вас, торопитесь! Бежал. Что это? Не видите? Апельсины. Их повезут за океан. Туда, где маленькая страна борется за свободу. Повезут и накормят досыта. Прошу передать фирме, что погрузка закончена. Ящики с фруктами будут доставлены, куда им полагается. Господин мэр, это ужасно! Ну, сэр! Сэр! Я... Пипица есть хочу! Я, но я... вы же ели вчера! Ничего, завтра мы поцелуем Мика, он нам еще принесет рыбы! Опять мы свободны от работы, люди. Можно сыграть в карты? Больше в долг не верю. Мама неверующий. Нет, верующий. Еще придет время, и наши паруса... Помнишь, Фома, какие теперь паруса? Фома выражается фигурально. Придет час, и наши паруса наполнит свежий, мирный, радостный. Вольный ветер. Друг мой, пусть такой ветер.